Добрый день, уважаемые зрители. В 15 часов по московскому времени начинаем наш ежедневный обзор по валютному рынку. С вами, как всегда, в это время Василий Петков, аналитик Инвестиционной Академии. Если вы меня видите и слышите, пожалуйста, ставьте свои плюсики в чат, чтобы я знал, что у вас в трансляции все нормально и что можно начинать наш ежедневный обзор. Вижу, что Ольга поставила свой плюсик. Гайдуков Владимир написал «Добрый день», Александр поставил свой плюсик. То есть я понимаю, что с трансляцией все нормально. Итак, первое, что мы должны сделать, традиционно в начале обзора мы рассматриваем весь экономический календарь, то есть обсуждаем ключевые события, индикаторы, которые у нас произошли после последнего аналитического обзора. Также мы обсуждаем все, что у нас впереди. И на фоне всей этой экономической информации в торговом терминале МТ4 обсуждаем ключевые или мажорные валютные пары с точки зрения торговли на валютном рынке Forex. Итак, первое, что мы должны сделать, это зайти на страничку Alpari в разделе «Аналитика Forex», выбрать календарь событий от FX3. Давайте вспомним, посмотрим, что у нас интересное должно было бы выйти вчера после последнего обзора. Так, сегодня 29 число, значит, сегодня четверг. Вчера мы видели, что вышли данные по ВВП в 15.30, которые по третьей оценке оказались лучше, чем во время первой и второй оценки. И, конечно, получилось так, что они дотянули приблизительно до тех ожиданий, которые были по росту экономики в конце и начале текущего года. То есть в конце прошлого, начале текущего года. Я хочу напомнить, что ранее большинство финансовых участников, то есть крупные коммерческие банки, давали прогнозы, что в четвертом квартале рост составит 3-3,5%. И вот, наконец-то, оказывается, что во время третьей оценки рост дотянул до этого индикатора. Конечно, мы это прокомментировали, поэтому идем дальше. Незавершенные сделки по продаже жилья в феврале отскочили. Я с целью говорю «отскочили», потому что видно, что в месячном выражении у нас зафиксирован рост, зеленое число, лучшие ожидания, но это на фоне более глубокого падения в январе. Рынок жилья находится в стагнации в последние месяцы. Это было написано и в бежевой книге, которую мы прокомментировали в первой половине марта. Соответственно, здесь какого-либо сюрприза для рынка не было, учитывая, что это запаздывающая статистика, которая уже всем была ясна. Итак, сегодня вышли индикаторы по Новой Зеландии, разрешение на строительство повышается, индекс потребительского доверия GFK за март падает. Второстепенные индикаторы, на мой взгляд, на данный момент для валютной торговли, они на самом деле совпадают с другими ключевыми индикаторами. То есть видно, что розничные продажи, согласно Конфедерации британской индустрии, которую мы вчера комментировали, их отчет, также практически там зафиксировано потенциальное снижение в марте, а также и в последующие месяцы. Соответственно, видно, что потребительское доверие находится ниже нуля, на самом деле достаточно долго по индикатору GFK. Вполне нормальные индикаторы вышли по Японии. Конечно, они являются запаздывающими. Это месяц февраль. Розничная продажа в годовом выражении движется чуть выше 1,5%. То есть это все в пределах ожиданий по экономическому росту за календарный 2017 год, который предполагается, что будет на уровне 1,7%, 1,8%, 1,9%. Соответственно, вся эта статистика показывает, что скорее всего есть вероятность, что действительно рост ВВП будет на этом уровне по окончанию фискального 2017 года, который сейчас закончится в конце марта. Все это в соответствии с ожиданиями, ничего здесь нового нет. Итак, впервые за нескольких лет получается, что индекс цен на жилье, в частности в Лондоне, начал резко снижаться, и мне самому это было интересно. Я читал этот отчет. Есть, конечно, регионы в Великобритании, у которых и в месячном, и в годовом выражении есть более или менее такой приличный рост. Это в основном Северная Ирландия, если не ошибаюсь, некоторые регионы в Уэльсе. Но в Лондоне наблюдается, если не ошибаюсь, даже и в годовом выражении уже впервые такое падение цен на жилье, если не ошибаюсь, на 0,5%.
Ну, хочу сказать, что это очень серьезно начало комментироваться. И на мой взгляд, может быть, на рынке жилья в Лондоне, в финансовом центре Европы, произошел некий перегрев. И я думаю, что это уже первые такие сигналы могут оказаться. Конечно, не просто взять один или два месяца, там нужно будет посмотреть на вот эту динамику в ближайшие 2-3 года. Но я одну вещь хочу сказать, и мы перейдем к другим индикаторам, что я недавно комментировал, там была одна статья, которую я писал обзор на сайте Bitcoin. Давайте даже я ее покажу. Значит, первое, что хочу, в разделе аналитика Форекс, обзоры рынков, это было по криптовалютам. У меня была такая обширная статья «Биткоин, китайский юань и американский доллар». Я ее писал 27 марта. Частично я показал, что вздутая, вот это раздутая или раздутый мыльный пузырь на финансовой сфере США практически чисто статистически делает ВВП США самым большим в мире. Ну, если практически этот пузырь лопнет, финансовый пузырь в США, то оказывается, что американская экономика будет на 30 или на 40% ниже по размеру в годовом выражении китайской. И ситуация в Англии намного хуже, потому что финансовая сфера — это все, что у них практически есть. Это обсуждается уже годами в Великобритании, что у них очень большая экспозиция к финансовой сфере. Это потенциальные системные риски, если когда-то вот этот пузырь лопнет. Я это практически уже с 2011-2012 года смотрю во время выступлений комитета по финансовой стабильности перед там парламентом Великобритании. И хочу сказать, что вот в Великобритании, если вот эта финансовая сфера пошатнется как-нибудь, начнется отток очень большого количества людей из Лондона, потому что он крепится, практически этот город, который на самом деле генерирует 30% экономики ВВП и даже 30-35% ВВП в Великобритании. Я хочу сказать, что вот с появлением криптовалют вот это финансовое посредничество банковское, которое базируется в Лондоне, в Нью-Йорке и в других частях США, оно становится все менее и менее востребованным. И эта тенденция, может быть, сейчас находится в самом начале, но она будет все больше и больше углубляться. И за счет криптовалют и блокчейн-технологий вот это финансовое посредничество, которое предлагает Лондон, оно будет уже снижаться, и думаю, что сама по себе структура Великобритании переформатируется с точки зрения экономики, то есть у них произойдет какое-то серьезное изменение в ближайшие 10-15 лет, мне кажется. И, конечно, тогда и цены на жилье будут падать там, потому что никто не будет туда переезжать, и просто вы же понимаете, что там приблизительно треть или, может быть, половина рабочих мест в Лондоне, они либо связаны напрямую с финансовой сферой, либо со сферами, обслуживающими финансовую сферу. И, конечно, все это и офисы, и жилье. То есть, поэтому я говорю, половина вакансий, они связаны с этой исходной финансовой сферой. Конечно, чисто в финансовой сфере работают от 5 до 8% населения Лондона, но все остальное связано практически с ними. И поэтому, может быть, это какое-то начало. Вот этот сигнал я хотел прокомментировать. Я буду за этим следить, потому что я впервые за последние несколько лет вижу такое событие. Итак, идем дальше. ВВП в Великобритании за четвертый квартал. Хочу показать, где этот индикатор. Одну секундочку. Вот он. 0,4% в квартальном выражении и 1,4% в годовом выражении. То есть полностью в соответствии с ожиданиями крупных финансовых участников, а также и полностью третья оценка вышла в соответствии с предыдущими двумя оценками. Напоминаю, что в первом квартале предполагается, что будет тот же самый экономический рост, который был в четвертом квартале. Это уже в цене, то есть предполагается, что рост ВВП в Великобритании в первом квартале составит 1,4-1,5%. То есть это запаздывающая статистика, которая в среднесрочной перспективе на фунт, на мой взгляд, никак не могла бы и повлиять. Итак, сегодня практически вышла инфляция по Германии. Это, хочу сказать, в известной степени
опережающий индикатор по общей европейской инфляции. Сегодня в 15.30 следим за индикаторами по США и Канаде. Думаю, что эти индикаторы достаточно важны для графиков на валютном рынке в краткосрочной перспективе. Объясняю почему. Расходы на личное потребление и личные расходы и доходы за месяц февраль является официальной статистикой, которая четко и ясно покажет, какова была экономическая ситуация, точнее, какова будет статистика по ВВП в первом квартале. Почему? Потому что именно на вот эти личные расходы приходится около 60-65% ВВП США. И это уже официальная статистика, это не некие прогнозы там каких-то институтов, банков и так далее. Это практически бюро экономического, там бюро экономического, ну, агентства или исследований, экономических исследований США. То есть это их официальная статистика. И вот после этого, после публикации данной статистики, многие уже четко и ясно сделают для себя прогнозы, какой рост будет у американской экономики в первом квартале. Я хочу сказать, что GDP Атланта, они сегодня вечером после публикации данной статистики в 15.30, то есть через несколько минут, они опубликуют свой новый прогноз. Вот здесь написано в четверг, 29-го, после данных по потребительским доходам и расходам, они обновят свой прогноз. На данный момент у них очень низкий прогноз по росту ВВП на уровне 1,8. Так что, уважаемые зрители, если вы интересуетесь фундаментом, вот вечером можете зайти на страничку Федерального резервного банка Атланта. Я предполагаю, что где-то через 2 часа они опубликуют свой новый экономический прогноз. Конечно, не все так пессимистично смотрят на американскую экономику в первом квартале. Другие банки дают хорошие прогнозы 2,5, 2,8. Федеральный резервный банк Нью-Йорка дает прогноз вблизи 3%, 2,85 или 2,89, если не ошибаюсь, на данный момент. Но я хочу показать, что эта статистика важна. Я думаю, что в 15.30 она может спровоцировать сильную волатильность на мелких таймфреймах по доллару. То же самое и по Канаде, потому что выходит ВВП за первый месяц текущего года. И, соответственно, мы сейчас увидим, прошел ли через пик ВВП Канады во втором полугодии, точнее в третьем и в четвертых кварталах 2017 года, потому что тогда за счет сильного потребления и за фискальных реформ, которые мы, конечно, обсуждали, был сильный спрос внутри Канады, внутренний спрос за счет потребления, был такой сильный прыжок по росту ВВП. Конечно, он также был и коррективным по сравнению с 2015-2016 годами. Но я хочу сказать, что именно сейчас рынок будет следить за этими индикаторами, чтобы увидеть, какова сейчас ситуация уже в новом 2018 году, когда практически вот эти фискальные стимулы, которые были, меры стимулирования, они практически уже не действуют в Канаде. Так что думаю, что этот индикатор по Канаде также при сильных расхождениях может вызвать хорошую такую волатильность. Вечером публикуется тоже, ну, вечером через полтора часа индекс PMI Чикаго, Мичиганский университет также публикует свое потребительское доверие. Более или менее, они интересные индикаторы, но для доллара, имею в виду, мне кажется, играют второстепенную роль. И все-таки хочу вам напомнить, уважаемые зрители, не забывайте, что завтра многие банки, то есть банковская сфера во многих странах, где будет отмечаться католическая Пасха в ближайшие дни, не будут закрыты, то есть это выходной день в США, в Европе, поэтому можно сказать, что условно торговая неделя, сессия на валютном рынке закончится сегодня вечером. Да, завтра работает Япония, да, в первой части завтрашнего дня будет хотя бы там какая-то нормальная торговая сессия. Тем более, что по Японии выходит очень много индикаторов, которые связаны с инфляцией, с промышленным производством. То есть они в известной степени важны для иены. Но видно, что потом ничего интересного нет. Есть несколько второстепенных индикаторов по Европе. И, соответственно, по Канаде и США ничего нет. То есть можно сказать, что, грубо говоря, сегодня это как пятница. У меня на этом все по календарю. Если у вас конкретные вопросы, уважаемые зрители, если да, пишите в чате. Жду вашей реакции в чате.
Татьяна спрашивает, какую статистику вы ждете из США. Но что вам хочу сказать, я нейтрально отношусь к сегодняшней статистике. То есть в основном статистика, которая публикуется, личные расходы и личные доходы, предполагаю, что выйдут, грубо говоря, на предыдущих уровнях. То есть я на самом деле хочу сказать, что вялый рост, который был по личным расходам и доходам в январе, вот этот вялый рост 0,2%, в это время он считался вялым. Хочу сказать, что повторится и сейчас, предполагаю, что сейчас повторится и в феврале. Я вам скажу почему. Давайте мы зайдем на страничку Федрезерва. Мы сейчас зайдем на страничку Федрезерва. Я открою бежевую книгу. Вот в разделе «Монетарная политика» бежевая книга. Вот она, бежевая книга, которая мы ее комментировали в начале марта, когда она вышла 2 недели до заседания Федрезерва. Вот в HTML формате я ее открою. Я хочу показать, что мы же это всегда делаем. И я даже попытаюсь очень быстро найти вот эти. Смотрите, здесь вот то изречение. Значит, опрос, который Федеральные резервные банки, входящие в Федеральную резервную систему, сделали среди предпринимателей, был сделан до 26 февраля. То есть, грубо говоря, имею в виду, что в феврале 28 дней, весь вот этот опрос, который они сделали, представители Федеральных резервных банков среди предпринимателей, он покрывает этот период, в частности, почти весь февраль. И вот мы это тогда комментировали, что наблюдается практически вялый mixed consumer spending, то есть вот это внутреннее потребление, потребительский спрос. То есть мы это тогда комментировали, и мы видим, что кроме автоиндустрии, покупки автомобилей, розничная торговля зафиксировала в половине регионов, а их 12, видно, что зафиксировался рост. То есть вот она, миксированная вот эта сфера, то есть где-то практически в половине из вот этих 12 регионов где-то был рост, где-то снижение, в целом нечто среднее, то есть нечто такое вялое. Очень схожая ситуация была и в бежевой книге, которая выходила в январе. Вот здесь можете посмотреть, мы это также комментировали в это время, что здесь практически это где-то было написано. Хорошо, я уже не могу это быстро найти. Но хочу сказать, что и в январе наблюдался вот этот вялый экономический рост. Вот в бежевой книге, в последней, которую мы это комментировали, я еще тогда показал, что предполагается, что будет тот же самый такой слабый рост личных доходов и расходов. Так что я предполагаю, что мы будем вблизи предыдущих уровней темпа роста. Если я смог ответить на ваш вопрос, Татьяна, поставьте свой плюсик. То есть это мои предположения на основе бежевой книги. То скорее всего личные доходы будут на этом же уровне 0,3-0,4, то что ожидается, и личные расходы на том же самом уровне 0,2, как, например, в январе. Хорошо, мы идем дальше тогда. Соответственно, первое, что мы должны сделать, открыть графики, торговый терминал и, конечно, посмотреть на графики. Итак, что у нас есть? Значит, что у нас, соответственно, есть? На месячном таймфрейме мы видим, что потенциал к формированию восходящего тренда, он остается. Почему? Потому что свеча за месяц март, которая на самом деле условно, может быть, закроется сегодня. Почему? Потому что сегодня четверг, последний рабочий день в многих странах за счет вот этих праздников. И, соответственно, мы уже сегодня приблизительно будем понимать, как закроется месяц март. Итак, если свеча закроется вот примерно в этом же виде, мы неоднократно обсуждали, что это будет первая свеча на месячном таймфрейме, которая будет иметь лоу ниже предыдущего, лоу выше предыдущего лоу. Раньше такого не было. Соответственно, это первый такой маленький сигнал, указывающий на потенциальный разворот или хотя бы на потенциальную поддержку доллара. Также линия тренда, которая есть,
Все это говорит о том, что на тяжелом таймфрейме, скорее всего, здесь очень хорошая поддержка у доллара на зеленой линии. Соответственно, может быть потенциал к росту потихонечку он сохраняется. На weekly таймфрейме на самом деле ситуация достаточно интересная. Объясняю почему. Потому что тут последние несколько недель все время свечи идут в таком узком диапазоне. И они не могут определиться, будет ли движение вверх, то есть сформируется бычье поглощение, или наоборот, будет движение вниз и сформируется медвежье поглощение. То есть все время продолжается этот боковик. На самом деле это достаточно скучно иногда для торговли, но на мой взгляд это важно анализировать, чтобы понимать настрой рынка. На мой взгляд, это сейчас говорит о том, что мы движемся в боки. Вот мне самому интересно, как закроется эта неделя. Представьте себе, что вдруг здесь зафиксируется сейчас вот это бычье поглощение, оно продублирует вот это предыдущее, и тут сформируется четкая, ясная, такая уже более надежная впадина. Конечно, до окончания недели есть несколько часов, график может развернуться в любом направлении, это просто предположение, сценарий. На дневном таймфрейме не забываем, что сохраняемся в пределах нисходящего движения. Да, здесь была двойная впадина. Мы это неоднократно комментировали. Но на мой взгляд, лично для меня, мы находимся в пределах между красной и зеленой линией. И на данный момент на H4 у долларового индекса нет четкого ясного направления. Да, мы можем подняться к красной линии, но пока мы ее не пробьем, я не могу лично для себя сказать, что ага, здесь начинается разворот, то есть это впадина. Соответственно, я это неоднократно повторял, обсуждал, то есть у меня мое мнение на данный момент сохраняется на прежнем уровне, если так могу сказать. На более мелких таймфреймах ничего интересного нет. Единственное, на 30-минутном таймфрейме вот здесь может нарисоваться восходящий тренд. Вы можете за ним следить. Даже давайте я его зафиксирую условно, вот этот восходящий тренд. Так, одну секундочку. Чтобы он был у нас на 30-минутном и на 15-минутном таймфреймах. Вот здесь условно может нарисоваться некий восходящий тренд. Будем следить за ситуацией. Конечно, он может ускориться на 5-минутных таймфреймах, но это я сейчас не буду обсуждать. Все это говорит о том, что да, есть потенциал к формированию такой надежной впадины, к формированию надежной впадины, но упускаясь к разным таймфреймам, видно, что четкого ясного направления нет в долларовом индексе. Это, конечно, мое видение, мое наблюдение, каждый для себя уже сам решает. Итак, в паре евро-доллар ситуация та же самая, перевернута на 180 градусов, или точнее в долларовом индексе ситуация напоминает пару евро-доллар, и точнее ситуация в паре евро-доллар, если мы ее перевернем на 180 градусов, рисует долларовый индекс на данный момент. Здесь все-таки есть нисходящий тренд. Та же самая ситуация с точки зрения свечного анализа. Локальный максимум ниже впервые за последние несколько месяцев локального максимума предыдущей хая свечи. Это говорит о том, что может быть здесь формируется все более и более четкий сигнал, что мы приближаемся к некой вершине, то есть она уже формируется, и будем следить за ситуацией. На weekly таймфрейме ничего интересного. Вот это бычье поглощение, которое есть в долларовом индексе, оно здесь является медвежьим. Посмотрим, если после череды вот этих всех свечей пара определится, будет ли отменять вот это медвежье поглощение и сделает здесь бычье поглощение, соответственно, попытается пробить красную линию, или наоборот, зафиксируется еще одно медвежье поглощение, и мы тогда потихонечку здесь все более и более ярко будем, то есть все более и более ярко будет заметна вот эта вершина. Итак, на дневном таймфрейме ничего интересного нет, то же самое, как в долларовом индексе, там двойная впадина, здесь двойная или условно уже тройная, или может быть вершина, которая хорошо сейчас видна, то есть первая, вторая, третья, четвертая вершина. На H4 все-таки мы сохраняемся пока в пределах восходящего тренда. Почему? Потому что вот мы никак не можем пробить эту зеленую линию. Но видно, что мы вернулись приблизительно в контурах, сейчас к контурам
потенциального нисходящего тренда. То есть, может быть, вот это был некий просто рыночный шум в пределах восходящего тренда. И сейчас пара будет определяться, возвращаться ли в пределы потенциального нисходящего движения между красными линиями, или отсюда снова будет отскакивать вверх. На самом деле все то же самое, как и в долларовом индексе. Хаотическое движение внутри условного или существующего диапазона на H4. Все то же самое здесь и на H1. То есть видно, что здесь никаких четких ясных трендов нет. Мы просто идем в бок. Пара евро-доллар пока еще решила для себя, скорее всего, быки и медведи, что ему лучше практически найти некий баланс. Я все-таки еще один раз хочу подчеркнуть, что я это и говорил на прошлой неделе. Думаю, что Федрезерв на прошлой неделе поступил грамотно. Решение, которое они приняли, они в пользу американской экономики, соответственно, в пользу американского доллара. Я предполагал, что на фоне вот этого грамотного решения со стороны Федрезерва, которое было принято на прошлой неделе, мне кажется, что причин для сильного падения доллара нет. Скорее всего, все остается по-прежнему, как и во время Джанет Йеллен. И, на мой взгляд, если господин Трамп, то, что я и вчера говорил, не сделает некие яркие такие враждебные заявления по поводу торговых войн там, с Китаем и с другими странами, скорее всего, у доллара будет предпосылка к тому, чтобы получить поддержку против евро, например, чтобы он успокоился. И, соответственно, чтобы потихонечку мы увидели некие более такие глубокие движения вниз, там, например, не только до 1.21 или 22, то есть до 1.22-21, но и до 1.20. Но на данный момент я хочу сказать, это чисто условно я говорю, по моим наблюдениям, с точки зрения графического, свечного и фундаментального анализа. И хочу сказать, что все-таки я не принимаю никаких сделок в паре евро-доллар ни на одном таймфрейме, потому что здесь на важных таймфреймах нет направлений. Вот H4, доверять ли этому восходящему тренду? Я не доверяю с точки зрения свечного и фундаментального анализа. У меня много факторов, которые его отменяют. Также практически вниз пока еще нет четкого ясного сигнала. Это H4 таймфрейм, он стабилен. Здесь идет диапазон. Соответственно, для меня эта пара неинтересна на данный момент с точки зрения торговли, но мы ее всегда комментируем, потому что она самая популярная. Фунт-доллар. В известной степени корреляция между европейской валютой и фунтом достаточно высокая на данный момент. Та же самая ситуация. Месячная свеча за март не обновляет максимум предыдущей свечи впервые за последние несколько месяцев после вот этой череды. Конечно, мы имели схожую ситуацию здесь, в отличие от пары евро-доллар и феврале. Соответственно, мне кажется, что после заседания Федрезерва, которое было на прошлой неделе, и американский регулятор принял грамотное решение, вот волатильность того момента потихонечку утихла. То есть прошла практически одна неделя, вот потихонечку рынок возвращается уже к логичным таким решениям. И я предполагаю, что есть предпосылки к тому, чтобы доллар потихонечку начал стабилизироваться. Итак, на weekly time frame все-таки мы понимаем, что есть восходящий тренд, он хорошо виден и на дневном time frame, поэтому фунт в любое время, даже если это разворот в паре фунт-доллар, в любое время может совершать такие резкие движения вверх. Будьте очень аккуратны. Мы это говорили еще, когда здесь формировалась вот эта вершина. То есть мы находимся все-таки в восходящем тренде, поэтому на фоне волатильности в любое время движения вверх могут быть достаточно неожиданными и резкими. А так, здесь у нас есть четкое, ясное двойное медвежье поглощение, которое четко и ясно подтвердило вот эту вершину. Я предполагаю, что, скорее всего, при прочих разных условиях здесь также сформируется вершина. Конечно, если нет форс-мажоров, поэтому следите за обзорами. Вдруг, если появится форс-мажор, я попытаюсь его сразу озвучить. На дневном таймфрейме вот она, практически та же самая вершина. На H4 мы ее зафиксировали совсем недавно. Вот тогда была двойная вершина, сейчас тройная. Или если это одна вершина, сейчас вторая вершина. Напоминаю, что ранее я отслеживал вот этот уровень, который я проводил через вот эту впадину. Мы сейчас находимся, грубо говоря, на этом же уровне. Соответственно, очень скоро мы определимся, упустимся ли снова снизу этого уровня. Если мы упустимся стабильно ниже этого уровня, это получится просто рыночным шумом. Вот этот прыжок вверх выше красной линии
после некой или во время некой волатильности после заседания Федрезерва, и сейчас, когда волатильность исчезает, мы потихонечку возвращаемся вниз. Тут есть несколько интересных моментов, объясняю почему. На хаш 1, в отличие от вчерашнего дня, 28 марта, когда мы находились здесь, мы уже находимся на нижней линии тренда на хаш 4, это хаш 4. А на хаш, извиняюсь, на хаш 1, это на хаш 1, мы тестируем линию тренда, то есть уже пытаемся тут протестировать линию тренда на хаш 1 восходящего. А соответственно, на 30-минутном таймфрейме линия тренда на 30-минутном таймфрейме уже пробита. Вот я это зафиксирую, потому что это произошло вчера поздно вечером после нашего обзора. Давайте я это зафиксирую. Так, соответственно, что хочу сказать. Вот здесь этот прорыв, который произошел, он уже ставит под сомнение вот этот восходящий тренд на 30-минутном таймфрейме. То есть по сравнению с вчерашним днем мы видим, что минусы против фунта увеличиваются, то есть плюсы поддержка доллару увеличивается также. Почему? Потому что здесь есть прорыв линии тренда. Конечно, мы сейчас тестируем вот эти условные впадины. Здесь она не самая такая четкая и ясная, но хочу сказать, что на хаш 1 также сейчас находимся на этой, на хаш критической линии. Если и здесь произойдет прорыв, давайте я это на самом деле оставлю только на 30 минутках. Вот эти моменты, которые нам важны. Соответственно, что хочу сказать, вот сейчас мы посмотрим, если будет рано или поздно прорыв линии тренда на H1. Если он будет зафиксирован на H1 также, потихонечку и на 4-часовом таймфрейме вернемся ниже красной линии, и тогда, скорее всего, тут будет такая вершина, хороший уровень, который укажет на тот факт, что вероятность дальнейшего снижения увеличивается. Пара доллар-франк, что у нас есть? Значит, здесь бычья свечь продолжается. В отличие от евро и фунта, франк оказался самой слабой европейской валютой. Мы это неоднократно говорили еще во время предыдущей вот этой свечи, потому что в паре евро-доллар и фунт-доллар ранее были хорошие свечи у этих европейских валют, а у франка уже было такое снижение, то есть здесь, может быть, мы четко и ясно возвращаемся уже в этот серый диапазон. На weekly снова после вот этих тестирований нижний уровень нижнего предела серого диапазона, четкая ясная бычья свеча на weekly. Все-таки еще раз хочу сказать, месяц не закрылся и неделя, соответственно, не закончилась. Мы не знаем, как закончится, в каком виде эта свеча. Но видно, что здесь череда вот этих свечей, она намного надежнее для доллара, чем в паре евро-доллар и фунт-доллар. То есть здесь бычий сигнал чуть сильнее. Там, может быть, даже нигде его нет или есть предпосылки к бычьему сигналу по доллару. Но тут это единственная пара из европейских, у которой ситуация немножко отличается. Здесь мы наблюдаем потенциальный вот этот нисходящий тренд. Сейчас идет коррективное движение. Конечно, он потенциальный, его нет. На H4 мы сохранились в пределах восходящего движения. Хочу сказать, что мы сохранились в пределах восходящего движения. Если кто-то на фоне наших обсуждений вот этого восходящего тренда подключался мелкими сделками, я поздравляю, потому что в это время мы говорили, что первый уровень, до которого может добраться эта пара в пределах восходящего тренда, это предыдущая вершина, это, грубо говоря, 95-50. На H1 ничего интересного нет, вот эти хаотические движения вверх-вниз, то есть зигзагом мы практически сохранились внутри восходящего тренда на H4. И на самом деле здесь ничего другого интересного нет. Единственное, я хочу сказать, вот мы вчера смотрели на минутном таймфрейме вот этот, тут его уже не видно, на 5-минутном мы должны подойти, вот этот, вот эта фигура продолжения тренда, то есть вот она. Если кто-то это анализировал, тогда вот получилось, что это фигура продолжения тренда. Мы, конечно, вчера это отслеживали на минутном таймфрейме. Тогда вот 28 числа. Вот это было здесь. Вот она практически эта классическая фигура, которая была нарисована, и мы ее соответственно, комментировали. Но она уже здесь на 5-минутном не видно. Соответственно, оказалось, что
классическая вот эта фигура продолжения, восходящий треугольник, вчера сработал, но это на минутном таймфрейме. Итак, на всех валютных парах видно, что единственный бычий сигнал, который где-нибудь есть, это в долларовом индексе в пределах H4 восходящего тренда. Конечно, тут в любое время мы можем протестировать линию тренда, но на данный момент это единственный тренд, который сохраняется. Читая ваши вопросы, я их сразу увидел. Иванов Михаил написал, вышла статистика по США, все в рамках прогнозных значений. Давайте я сразу прочитал ваш комментарий. Огромное спасибо, периферийно имею в виду. Просто я хотел, чтобы мы обсудили текущие валютные пары европейские. Ну да, здесь видно, что все выходит в пределах ожиданий. Личные расходы на уровне 0,2, личные доходы на уровне 0,4. То есть они вышли в пределах практически ожиданий на уровнях предыдущего месяца. То, что практически было написано и в бежевой книге. То есть оказывается, что специалисты, работающие в Федеральных резервных банках Федрезерва, на этот раз хорошо спрогнозировали экономическую ситуацию. Ну, согласно вот этим разным опросам предпринимателей. То есть здесь никакого такого сюрприза для рынка нет. Все-таки еще раз хочу сказать, да, это важная статистика, но вы должны понимать, что тут какого-либо сюрприза нет. Данные по Канаде, на первый взгляд я вижу, что есть какое-то снижение, вряд ли оно благоприятно для канадского доллара, но исходя из всего лишь этой оценки, минус 0,1 в процентном выражении за январь, я ничего не могу сказать. Я хочу посмотреть на официальную статистику по Канаде, Владимир Клячин, и соответственно единственное, что могу сделать, прокомментировать ее завтра. Просто мне нужно зайти на страничку канадского статистического бюро, чтобы посмотреть, какие были там коррекции, ревизии, то есть пересмотр предыдущих значений и вообще как сравнить вот этот месяц с предыдущим годом. Потому что здесь иногда бывает очень много пересмотров. А так, на первый взгляд, конечно, чисто по интуиции, мне кажется, что, скорее всего, это не очень хорошо для канадского доллара и для канадской экономики. Но чисто по интуиции, но на 100% не могу утверждать. Мне нужно посмотреть на статистику более детально. Я свое видение озвучил. Итак, мы возвращаемся к графикам. То есть чисто по интуиции я сказал, мне отрицательное значение сейчас не нравится, потому что еще в конце прошлого года, когда давали прогнозы на текущий год, говорилось, что в первом квартале может произойти замедление темпов роста за счет окончания вот этого программы фискального стимулирования, то есть что она давит на потребительские расходы. Также необходимо понимать, что за счет вот этих пошлин, которые американцы ввели против Канады в конце прошлого года, и мы это комментировали в торговых балансах, когда выходили, мы видели снижение экспорта определенных товаров в США, в частности, экспорт дерева в США. Соответственно, все это может практически повлиять достаточно негативно на первый квартал текущего года с точки зрения производственной металлогии вычислений ВВП, с точки зрения expenditure, то есть потребительской расходной части. Так что по всем анализам, мне кажется, что это не хорошая статистика, но пока еще не могу ее прокомментировать детально. Хорошо, идем дальше. То есть чисто по ощущениям, мне кажется, что это не очень хорошая статистика. Доллар-иена, 23 уровень по Фибоначчи, мы это неоднократно обсуждали на тяжелых таймфреймах. Иена самая стабильная валюта против доллара из всех, которых мы обсуждаем, мы это неоднократно обсуждали. Все-таки на данный момент впервые за последние несколько недель здесь может произойти такое хорошее бычье поглощение по окончании недели, что само по себе покажет, что ослабление доллара в паре доллар-иена может быть заканчивается. Итак, на дневном таймфрейме ничего интересного нет. На H4 мы находимся в пределах потенциального нисходящего движения. Но мы ранее видели, что здесь нисходящий тренд, вот этот, который мы отслеживали, начал слабеть после прорыва линии тренда. Угол поменялся, и мы его нарисовали на H1 вот в таком виде. Вот он, также нисходящий тренд, то есть который указывает на рост иены и падение доллара.
Но угол поменялся, то есть несколько факторов начали показывать, что может быть у доллара появляется первоначальная такая поддержка. На данный момент мы тестируем верхние пределы линии, то есть верхние пределы или линию нисходящего тренда. Очень важно, что сейчас произойдет в ближайшие дни, произойдет ли прорыв. Если произойдет здесь прорыв, впервые на часовом таймфрейме отменится нисходящий тренд в доллар-иена. Потихонечку он может перевернуть и нисходящий тренд на H4, если обновится вот эта вершина. То есть если мы поднимемся выше уровня 107.20, там, ну, стабильно, не просто протестировать и сразу вернуться, имейте в виду, что это отменит вот этот нисходящий тренд и будет говорить, указывать на тот факт, что здесь начинается разворот. Конечно, все-таки пара доллар-иена на данный момент является самой ненадежной, потому что у иены все-таки наиболее стабильные позиции против доллара. Будем следить за ситуацией. Да, если кто-то уже на очень мелких таймфреймах торгует, здесь есть потенциальный восходящий тренд. На самом деле, смотрите, вчера получилось так, что мы, когда его отслеживали, что поднимаемся к линии сопротивления условно восходящего тренда, здесь произошло ускорение, то есть быстрее практически усилился рост доллара. Но мы все-таки находимся в пределах вот этого восходящего движения. Давайте я его продолжу. Так, одну секундочку. То есть давайте я его продолжу. Соответственно, мы идем дальше. Доллар, канадский доллар, четкое ясное бычье поглощение, которое было зафиксировано в феврале. А на weekly таймфрейме мы находимся в пределах потенциального восходящего движения. На дневном таймфрейме ничего интересного. На H4 недавно мы сломали линию тренда, но тренд сохранился. И я хочу сказать, что в настоящее время тут ситуация достаточно интересная. Мы видим, что здесь впадина, если она действительно подтвердится, она будет вблизи предыдущей впадины, то есть тренд не будет сломан на H4. И в этом случае я предполагаю, что мы можем протестировать вот эту вершину. То есть при прочих равных условиях, если со стороны администрации Трампа не будет какого-либо форс-мажора, я предполагаю, что мы будем здесь тестировать вот эту предыдущую вершину. То есть, да, текущая впадина и прорыв линии тренда ставит под сомнение на H4 вот этот восходящий тренд солидно. Но есть предпосылки к тому, чтобы предположить, что мы будем тестировать вот эту вершину. Вчера я говорил, что для начала мы будем тестировать 1.30 при этих условиях, но мне кажется, что мы можем подняться и выше 1.30. У меня на этом все в паре доллар-канадский доллар. На H1 нет ничего интересного у меня. Я сегодня посмотрю на статистику по ВВП более детально, но чисто по ощущениям, по интуиции, мне кажется, что именно на данный момент в январе вот этот минус 0.1% не является очень позитивным для канадца. Также практически там может произойти маленькая коррекция в ближайшие недели по нефти на 3-4 доллара, что может подтолкнуть эту пару вверх, но это нечто дополнительное. Итак, австралийский доллар-доллар, месячный таймфрейм, медвежье поглощение, верхняя часть условного моего серого диапазона, weekly таймфрейм, 2 медвежьих поглощений, но все-таки находимся в пределах восходящего тренда. То же самое и на дневном таймфрейме. Мы, скорее всего, идем к линии восходящего тренда, которая на самом деле совпадает с уровнем 60.1.8 по Fibonacci внутри серого диапазона. То есть я предполагаю, что уровень 76 будет достигнут в паре австралийский доллар-доллар. На H4 мы видим, что сохраняемся в пределах потенциального нисходящего движения. Если перейдем на более мелкие таймфреймы, ничего интересного нет. Единственное, что здесь может начать формирование и на мелких таймфреймах формирование нисходящего тренда. А так видно, что, возвращаясь к таймфрейму H4, есть нисходящий тренд, и он может быть потихонечку, его надо назвать не потенциальным, а реальным, потому что если отталкиваться от этой вершины, одна, две, три вершины, он есть. Схожая ситуация в паре новозеландский доллар на H4, поэтому я сохраняю свою сделку на продажу здесь, которую я открывал. У меня take profit, я их неоднократно озвучивал, потому что я открывал эту сделку на основе вот этого очень тяжелого серого диапазона. Это чуть вблизи там 70 и чуть ниже или около 69, получается 61-50 уровень по Fibonacci.
На мелких таймфреймах здесь ничего интересного нет. Ни на 30-минутном таймфрейме, ни на 15-минутном. Конечно, здесь на очень-очень мелких таймфреймах все время идут потенциальные такие нисходящие тренды, но я их не хочу комментировать, потому что они здесь быстро меняются. Поэтому видно, что единственное на H4 есть такой возможный уже нисходящий тренд. Она вторая, третья вершина. Будем следить за ситуацией. Золото. Конечно, если доллар практически получит поддержку в ключевых парах, как евро-доллар, он и здесь нарисует вершину. И, соответственно, нам график золота напоминает график евро и фунта, намеченном в таймфрейме в том виде, что здесь хай последней свечи не обновляет хай предыдущих, или точнее предыдущие, потому что в паре евро-доллар тут было обновление на фоне волатильности в феврале. И я хочу сказать, что это может быть уже говорит о том, что здесь формируется вершина в верхней части вот этого серого диапазона. На weekly таймфрейме очень интересные свечи, два медвежьих поглощений. На фоне волатильности на прошлое движение, резкое движение вверх. Сейчас, видимо, после окончания волатильности, после заседания Федрезерва, которая практически стихает где-то с начала текущей недели, мы практически разворачиваемся. Поэтому я до Федрезерва говорил, что это событие важно, нужно дождаться как минимум окончания недели, то есть чтобы вот эта волатильность после Федрезерва закончилась, чтобы рынки пересмотрели свои видения, обдумали хорошо свои долгосрочные позиции. И вот со временем, через определенное время, тогда рынок уже определится, куда ему идти в среднесрочной перспективе. В наихудшем случае может получиться, что продолжатся вот эти боковики, но если, например, окажется, что Трамп будет поступать более прилично, будет себя вести в внешней торговой политике с другими странами, то, скорее всего, на фоне грамотного решения Федрезерва мы здесь увидим рост доллара, и, соответственно, золото может зафиксировать четкую, ясную, такую хорошую вершину на тяжелых таймфреймах. Соответственно, на дневном таймфрейме и на 4-часовом у меня абсолютно ничего интересного нет. Это тот же самый условный диапазон, как в паре евро-доллар. Конечно, если кто-то торгует в этих диапазонах, он может всегда рассматривать продажи от верхней части, покупки от нижней части. Все-таки я от этого воздерживаюсь в этих сложных временах на графиках, то есть у меня здесь сделок нет. Конечно, если мы сейчас прикоснемся к нижним пределам, вот тогда будет интересно, произойдет ли прорыв и движение уже такое вниз, чтобы вернуться ниже уровня 1300. Будем следить за ситуацией. У меня на этом все. Жду ваших конкретных вопросов по сегодняшнему обзору. Если они есть, пожалуйста, пишите в чате. Сергей, огромное вам спасибо. Я увидел, что когда я комментировал пару доллар-иена, вы написали, что есть на MACD дивергенция на дневном таймфрейме. Я на самом деле не пользуюсь этими индикаторами. Соответственно, каждый, конечно, имеет свое собственное видение. Каждый торгует по своим разным, соответственно, стратегиям. То есть это хорошо, что у вас есть хорошая такая отработанная стратегия, и вы заметили, что там есть дивергенция. Но я лично MACD не пользуюсь. Это не значит, что я прав или не прав. Имейте в виду, что я даже во время обучающих курсов, когда я был преподавателем и проводил там 3-4-5 лет назад, я всегда говорил, что есть много стратегий, большинство из них, это было одно из моих вступительных слов, точнее слайд у меня был такой, который я на самом деле переделал с одного практически заявления по инвестициям у одного немецкого портфельного менеджера, книгу, которую я читал по фондовому рынку в 2008 году. Там немножечко по-другому было, но я его переделал для своего обучения тогда, но я всегда давал ссылку на это и говорил, есть очень много стратегий, большинство из них не прибыльные, в скобках убыточные, но и те, которые прибыльные, то есть в скобках те, которые прибыльные, они, это не одна стратегия, их очень много, то есть очень много и прибыльных стратегий. Поэтому я говорю, что я не утверждаю, что я прав. MACD, ваш подход, может, стратегия может быть даже намного лучше.
И Алексей Заболотко, может ли австралийский доллар сформировать нисходящий тренд на больших таймфреймах, неделя, месяц? Давайте мы, конечно, это хороший вопрос, давайте мы это обсудим, посмотрим. Я целью открою на таком чистом листе. Давайте посмотрю здесь, что у меня есть. Да, давайте на чистом графике открою пару австралийский доллар-доллар, и мы, соответственно, посмотрим, есть ли возможность, я еще один раз читаю ваш вопрос, может ли австралийский доллар сформировать нисходящий тренд на больших таймфреймах, неделя, месяц. Давайте мы посмотрим, что у нас на месячном таймфрейме. Вы знаете, на самом деле, каждый человек видит эти графики по-своему, даже если у нас графические анализы базируются на тех же самых правилах, допустим, каждый видит все по-своему, потому что вот сейчас возникает вопрос, а какую часть графика на месячном таймфрейме рассмотреть? С 2000 года, которая практически у меня открывается, или с той вершины, или с той впадины, или отсюда, или отсюда, или отсюда. Вот если вы бы мне могли бы сказать, за счет какого периода, например, взять, отрезать график и рассмотреть, мне было бы легче. А так я вам могу сказать, я неоднократно еще в 2013 году говорил, что на мой взгляд, то есть у меня есть обучающие курсы, которые я проводил по австралийскому доллару, и думаю, что записи, которые крутятся в интернете, они были сделаны в 2013 году, кто-то их скопировал, выложил. Я что хочу сказать, я еще тогда говорил, вот здесь есть потенциальный восходящий тренд. Секундочку. Я не знаю, если в той записи на самом деле это есть, потому что я не знаю именно какой из моих обзоров, то есть обучающих курсах по австралийскому доллару записали, тогда скопировали и выложили кто-то там на YouTube. Но предполагаю, что это должно было бы быть там. Смотрите, я неоднократно озвучивал свое мнение в это время. Если США где-то по пути сделают ошибку, то тогда китайская экономика, продолжая свой рост, она подтянет и все свои экономики сателлиты, в том числе австралийскую, так что, потому что австралийская по большому счету зависит от ситуации в Китае из-за экспорта металлов, сжиженного газа, на самом деле и финансовые услуги они, и медиа, которую сферы, которые развивают, они практически все это делают для китайского или для восточноазиатского рынка. Поэтому, если где-то по пути США сделают ошибку за счет роста китайской экономики, за счет роста, соответственно, спроса на австралийские товары, австралийский доллар будет идти вверх. И он дойдет до единицы как минимум, или это именно тот уровень, от которого австралийский доллар был развязан против доллара после краха Бреттон-Вудской системы в начале 70-х. То есть именно с единицы практически началась вот эта торговля. Паре австралийский доллар-доллар, новозеландский, канадский и так далее. Конечно, я в это время, в 2013-2014 годах, когда это объяснял, все-таки говорил, что мне кажется, на мой взгляд, сейчас немножечко по-другому будет развиваться ситуация. Тут продолжится некий диапазон, более широкий диапазон. Мы даже можем протестировать эту впадину, я не исключаю. То есть мы можем протестировать эту впадину чисто, чтобы ее протестировать. И тогда практически этот восходящий тренд не сработает на первый взгляд, вот этот восходящий тренд на месячном таймфрейме. И тут мы будем двигаться вверх-вниз, тестировать сверху вниз, снизу вверх вот эту линию. И со временем здесь нарисуется какая-то консолидация или такая хорошее движение вбок, после которого эта пара может пойти вверх. В очень долгосрочной перспективе. Вы сами понимаете, раз здесь 2000 год, здесь 2015, здесь 2030 год. Это при прочих равных условиях. Мне все-таки кажется, что этот вариант при прочих равных условиях наиболее вероятен на месячном таймфрейме. Если перейти на weekly таймфрейме, вы меня спрашивали, может ли здесь нарисоваться нисходящий тренд. Теоретически может, но на данный момент здесь есть восходящий тренд. И он хорошо виден, и я его всегда комментирую. Последнее время, начиная с конца 2015 года, есть восходящий тренд. Да, все-таки здесь есть двойная вершина, впервые за последние несколько там кварталов, которая нам говорит, что здесь может для начала нарисоваться вот такое диапазонное движение. Одни и те же вершины, одни и те же впадины, то есть 74. И, конечно, после этого движения мы можем рано или поздно, например, вот таким образом, если оно будет, допустим, к
какое-то вот такое движение, нарисовать и нисходящий тренд. Но это чисто теоретически на данный момент где-то может здесь нарисоваться нисходящий тренд или в каком-то вот таком виде. Я не знаю, предположения всегда могут быть разными, поэтому да, чисто теоретически на weekly рано или поздно может нарисоваться. Это не надо исключать, рано или поздно может нарисоваться нисходящий тренд. Но на данный момент мы имеем то, что имеем, восходящий тренд, который становится достаточно сомнительным из-за двойной вершины. Я от этого отталкиваюсь при торговле. Конечно, все это, что я сказал на тяжелых таймфреймах, потому что давайте мы закончим эту тему. Потому что читаю, Иванов Михаил написал, Китай уже делает ответный ход о торговой войне в сторону США. Начал торговать нефтью за юани вместо долларов, как было раньше. Конечно, вот смотрите, видно, что наш обзор уже закончился. Мы практически подходим к концу, то есть больше обсуждений валютных пар не будет. Я всегда в качестве такого заключения озвучиваю свое мнение, которое может быть кому-то странно, может быть кому-то не нравится, но я считаю, что это действительно будет так и почти уверен для себя. Речь идет о криптовалютах. Криптовалюты рано или поздно вытеснят все вот эти неэффективные финансовые системы или вот эту неэффективную финансовую систему, базированную на вот этой монетарной кейнсианской, неокейнсианской теории. Они настолько смешны, на самом деле, я это неоднократно подчеркивал, на мой взгляд, по сравнению с блокчейн логикой или финансовой логикой, или финансовая система, которая основана на блокчейне, она вообще в 10 раз или в 100 раз лучше, чем вот эта монетарная политика, которая проводится с центральными банками на основе там кейнсианства, неокейнсианства и так далее. Это вообще не серьезно. Я когда это сравниваю, это вообще кажется, что текущая финансовая система как какая-то игрушка. Но что хочу сказать. Если уберем крипторынка, например, и скажем себе, хорошо, он не существует, не будет существовать, при прочих равных условиях вопрос времени, когда Китай полностью вытеснит США на глобальной арене в доминирование. То есть это вопрос времени, потому что он рано или поздно также захватит и финансовую сферу, конечно, культурным путем, и он станет лидером. То есть тут нет никаких сомнений, конечно, при прочих равных условиях, вот в этой ситуации, китайский юань станет доминирующей валютой, доллар практически, да, он останется некой важной валютой, но он не будет настолько значимой. Но, конечно, мир так быстро меняется, видите, вот эти новые технологии. Я думаю, что у Китая и у китайского юаня не получится стать лидером за счет того, что биткоин и криптовалюты практически станут лидерами, и тогда они вообще отменят все вот эти юани и доллары и все остальное. Поэтому все, что на графиках я показывал в паре австралийский доллар, это условно при отсутствии криптовалют. Потому что когда криптовалюты станут ключевыми средствами платежами, вообще эти юани, там, доллары и так далее никому не будут интересны. Хорошо. Хорошо, я поскольку понимаю, вопросов других нет, соответственно, всем огромное спасибо, уважаемые зрители, за ваше присутствие, за вашу активность в чате. С вами, как всегда, был Василий Петков, аналитик Инвестиционной Академии. Всем хорошего вечера и до завтра.